Тем временем за минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще два человека. Это мужчина и женщина пенсионного возраста. По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в регионе зафиксировано 76 новых случаев заражения. И не только в столице. И в Искитиме выявили 3 инфицированных, столько же в Берске. Выздоровевших, по официальной информации, 54 пациента. Все выписаны из больниц. Всего же с начала эпидемии в нашей области заболели 1728 человек. Из них 115 дети. Больше 200 из общего числа заболевших – медицинские работники, которые контактировали с зараженными по долгу службы. Накануне им выплатили все стимулирующие надбавки. В общей сложности мы выплатили 77 миллионов 588 тысяч рублей. Из них врачи составляют 222 человека, врачи стационара и скорой помощи, средний медицинский персонал 558 и младший медицинский персонал 48 человек.